В Париже прошел необычный показ одежды, который привлек внимание не только любителей высокой моды, но и сладкоежек. Все наряды, в которых модели выходили на подиум, сделаны из шоколада. Платья, корсеты и шляпки – итог кропотливой совместной работы дизайнеров и лучших шоколатье мира. По традиции, сладкие модные новинки демонстрируют не профессиональные манекенщицы, а звезды, эстрады и театры. И главная задача их – не только красиво пройти по подиуму, но и внимательно следить за тем, чтобы платья не начали таять от жарких лучей софитов. Показ приурочен к открывшемуся во французской столице 20-му шоколадному салону.